Ганаровый громадянин города Витебска. По честных званию достойная старшиня Палаты представников Национального схода Республики Беларусь Владимир Андрейченко. В отповедности с суместным решением Витебского городского выконавчего комитета и президиума Горсовета депутатов за шматгодовую пленную працу в органах державного керования, высокий профессионализм, значный особистый унесок у державное будовництво и социально-экономичное развитие города Витебска. Посвящение гоноровый громадянин города Витебска уручили под час урочистой церемонии шанования лауреатов гонорового звания «Человек года Витебщины». Владимир Павлович – заслуженный работник сельской господарки Республики Беларусь. Был старшиней Витебского областного выконавчего комитета с 1994 по 2008 год. И все то, что сделано, это заслуга не только лично меня, прежде всего, это наша совместная работа. Это люди, которые проживают в городе Витебске. Это, будем говорить, тесное сотрудничество горосполкома, Витебского облсполкома. Сделано очень многое. Мы тогда открыли онкологический диспансер. Ледовый дворец построили. Центральный спортивный комплекс. Два храма, Успенский собор, Воскресенскую церковь. Все-таки привели в порядок вот эти вот проспект Победы построили, войну интернационалистов. И сегодня Витебск развивается, и, наверное, самое важное – это то, что вот эти добрые традиции строить, созидать, они продолжаются сегодня. В отповедности с решением Витебского областного выконавчего комитета старшиня Палаты представников Национального схода Республики Беларусь Владимир Андрейченко узнагороджены гоноровой грамотой и знаком за заслуги в развитии Витебской области.